Вершина Тёи встретила участников Кубка Хакасии теплой солнечной погодой и ослепительно белым снегом. Приехали спортсмены из 36 регионов страны, а также из Белоруссии. 356 мужчин и женщин допущены к соревнованиям. Из них 5 заслуженных мастеров спорта. Как настрой у вас? Да, хороший боевой начало сезона. В целом, очень даже хочется уже включиться в эту гоночную борьбу. Ну, уже много лет сюда ездим, и, в принципе, хорошее качество трассы, и круг не меняется, один и тот же на протяжении многих лет. Погода пока все и радует, небольшой минус, хотелось бы, чтобы не до Кубка России такая же погода осталась. 18 ноября участники преодолевали дистанцию в 1,6 километра свободным стилем – спринт. Наблюдать онлайн за борьбой на трассе могли болельщики со всего мира. Второй год подряд прямую трансляцию всероссийских соревнований ведет телеканал РТС. Победителями первого дня стали Екатерина Смирнова из Тюмени и Иван Горбунов, Татарстан. Сегодня спортсмены соревновались в гонках классическим стилем – 5 километров у женщин и 10 у мужчин. Хорошо. Трасса готова идеально, все круто, погода еще очень радует, тепло. Каждый год все сильные соперники, участников, как обычно, много. Пока это проходящий Кубок России, как бы он такой, как контрольные тренировки. Через неделю тут будут такие старты более важные. Ожидается, что в течение ноября в вершину Тёи на вкатывание в сезон приедут около 1000 лучших лыжников страны. В соревнованиях примут участие порядка 500 спортсменов, включая членов сборных команд России. Ждут прибытия Елены Виальби. Большие лыжи всю неделю в республике. Надеюсь, погода нас не подведет. Мы порадуем всех и себя в том числе. Если говорить о республике Хакасия, один из самых представительных республик, я имею в виду соревнований на территории республики, это такое большое количество, я имею в виду регионов, у нас никогда не присутствует. Поэтому всех с праздником, приходите, пользуйтесь случаем, приезжайте в Тёю и все сильнейшие здесь увидите и самые прекрасные лыжные гонки. С 23 по 26 ноября пройдет первый этап Кубка России по лыжным гонкам. Планируется, что выступят победители и призеры Олимпийских игр Александр Большунов, Алексей Червоткин, Денис Спецов, Татьяна Сорина, Иван Якимушкин, Александр Терентьев. Они уже прибыли в Хакасию и тренируются на трассах спортцентра Тёя. Настроение нормальное, тем более вчера получилось выиграть гонку звезд, поэтому хорошее настроение, хоть и долгий перелет, 2 перелета, но в принципе все нормально. Приезжайте, поддерживайте нас, будет интересно, будет яркая и насыщенная спортивная борьба. Поддержите нас, и чем вас будет больше, тем быстрее наши будут секунды. Ольга Барловская, Андрей Лахтик, РТС.